Эфир ачихуп, а информация об дыратара хамшек шара тыжимта, чида хлубзеква. Яха, один шпат пейбешира, дудзеч, а совет, жлар, ирга за яйра, ханюфижок шок сахоцара, ямшок. Миллион вилла дуней, а жлар, ква, аби пара, курала хензе, рабста за арако, за псаха, за ибешира, турыха, джоян, хойт, хаштраском, ам, табабсна. А яйра, за азгаз, хайбешира, а ветеран, шарфархацара, а дуней, а уат, писар, гуала, шараджа, яхазавит. Апснахунд карра хада слан бжене, а яйра дудзе, ханюфижок шок сахоцара, радыйны хелит, ветеран, шей, а жлари. СРСЗ, а граца на кой-то яй рамш яск на джинш плотбей бащера фронт корхуна я шарпшиз афархацараза и табуб хэ шахвера. Шара и шырл шаршейт а дуней ауаатбюса а фашизм ахон би рейкурхара. А яйра амш зигрей хайила шо а нюхе дуква яруаку. Яру бриамтаза егила хейкцагу. А и бащера фронт корхуна а яйра с чапу зрабжара ихан винни жи жох ныз кюкинери ханапсна арпарчей а тыпхачей. Урт рахент жибич ныз кюкинери хана а фашизм пуцахалый шархон би Атула дудза ахакуйтер рахакурцей. Апсна вежи виджи ка советы идгыла фархачей, ай башрах цапша орден хвика кавалерчей и рапса адгилу. Вежи жаба ныз кюкенери хана и башрат хамтаква рана шоп хазгуатуп, а хунткарра хада ягайца згадны хуларача. Аслан бжене ветеранши и резейхайши тагуабзиера хакурн цараду. Апсна жлар зиге тынчри аман шалари. А яйра амш май жва, ханы хамьяп гаразы уанза, язугатыз, инарты база уснак затпква аанкылат пхайта дунейзеге зымчха азгаз ачка чимазара яхкана. Яге ус, хагузарге язаркячна, хауарасша аламархуку имяп гана джинштлат бейбэшерду яд хало бага курақына аштку рышты цара церемония. Уэрха аладыр хуйт апснахюндкарра напхгара аруа. Шахупш, даур, инапшба янзамта. Апснахны кылакяку айдырма солдати бақамцын, ай айра духны южок шуксақыцра амшачна ашпкоштецаны хырхой, апснаха дихатыпой бадра гунба, вларезарай хабы Валерий Кварчия, апсны қоурыстула ацхаражхай Алексей Двинянин. Эхэпэ амш радостны холастахоп, апсны кунхажлар зэге, ветеранча, зэгэс ще стахопа кубзира, гуам чаманшалара, атынчра, рабстазара, ветеранча ирхоргаз, Ауды Аджиба, Ихелц Шуны Ахботы, Рахмин Карат, Игдул Зайшилаги, Дар Аджиба, Мыдзит, Фрухатзара, Я Дарпшиз, Наунак Захтурых и Заанхот. Хотел бы поздравить граждан нашей страны, ветеранов, пожелать здоровья, благополучия, успехов. Мы помним и чтим память ветеранов, людей, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и эту память мы будем беречь для будущих поколений. От лица Российской Федерации позвольте поздравить ветеранов Республики Абхазия, всех граждан, жителей, всех национальностей вашей страны, вашей прекрасной страны, 75-летней годовщиной победы, нашей общей победы, наших народов в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Хочу пожелать прежде всего ветеранам долгих лет жизни. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Но тем, кто остается в живых, дай Бог доброго здоровья, мирного неба над головой всем нам. И по возможности процветания как можно быстрее. И с вашего позволения не могу кратко не отметить один момент, о котором говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравляя ветеранов наших стран с Днем Победы, то, что наше закаленное в годы войны братство, оно поможет нам преодолеть и беды, и невзгоды сегодняшнего дня. Вы знаете, о чем я говорил. Дара и табук. Идырма солдати бахамцану баскяшт коштарты тапсны атулахчара министр рэ урсулапи абжбапи ар бази рыруа апсны курсулац харажбарта ус зулчва а министр ракой аус бартакуэр хатарнакша.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Я все ветеран, что хатырску обснекун хвайвлар зиги, рыдыснахулар цитахуп, я хайпи амш, джинжтулар башраду, аджа иргаза яйра амш, туари яйра амш, яги гургероп, яги ахяри, гургери иднаколуп. Абсолютно коммунистша рыхцала сарасхатала ге зиги рыдыснахулар цитахуп, а ветеран, что яйра ахзаргаз, Зухани табуп идут за нхарасхот. Этот день победы пороха пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Уважаемые товарищи, сегодня у нас великий день. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В первую очередь мне хочется поздравить ветеранов, живых Великой Отечественной войны. Вспомнить тех, кто погиб. И мы должны быть достойны этих людей, достойны их подвига. Кто воевал, войны не хочет. Но для того, чтобы войны не было, нужна сильная армия. Нужны сильные люди, которые способны защитить свое отечество. С праздником, дорогие друзья! Даурина Пшба и Нала Вуха обсудили Хопшра. Апсны ауажларат палата на Пхагаре Хала Хуладшей и Рыдарныхалы Таджинчпапей Баширадуд за ветеран Шехпил Ажларе Хаяй Рамш. Хара Хаджинчва и Пшил Аяйра Рухтаду Халаргалит. Ай Баширашук Схентакуран Ядр Пшизафархацара Хугуалашара и Узеннахуам. И Табубха Харархюта ветеран Шазиге и Хартез Апстазаразу. А я и Рахамша, Шнайба, Шеревитеран, Шейрид Нехалар, Циртайт, Апсна Хадай Хатыпы, Бадра Гунба, Апсна Жваризера и Хабы, Валерий Кварчия, Апсна Ахадай Узбарта, Напхагаю Алхас Куцни, Апуза Министра Акпи Хатыпы, Беслан Джопо, Ахуакалаки Хадай Напунцакона, Загзо Беслан Эшба, Район Куранапхагайча. Адна Хеларат Плачча Змазах, Тискуа, Рамью Пусчах, Корреспондентша, Ранцам Такорча. Один из тот, и без ряду, а не газа, я и рамшханижи жухшук сахыцры намадына, апснахады хатыпу и бадра гунби, зла рейзера и хабы Валерий Кварчи, а ветеран Алыкса Ясыф и Пащине идер нухилар цивюны ятайт. А ветеран идер нухила я и раду амш Валерий Кварчи язгуэтит. Хаштра акум койшан, хо совет жулари, а совет архтакой, а немец фашист сирчагылына акупараджа ядрапшиз агумшара. А я хабы цушхаг мха, ша шок анадзы, хабы цушхаг ошуа, хабду цушхаг ошуа, бас, я абот, юдирозад, Апснахадай хатыпу и бадра гунба, Алыкса Ясыф и подъедны хулызейри, щита губзери агуамчи. Язгуэти тай бешраам, за совет солдат шаядр, пшазагумшари, афархацари, руху ашара шуадую. Атула хадара ахдзала, агуалар шагатхам таян ищит. А губзир анчейши и тар, шджиба патуах закуп, шизны сызами патуах закуп, убреджиба мыдз тшо и хеабаса тагыла за щеку, хаша зашукс дука, шапи еще, Итоги аппаратку шхала шарху, амын шларанцей шуитат. Алыкса Ясыф и Пащания и зыгарта задну хларку табу пхахи хайт. Апсны икун хузыги хирзейри шитам табзи акушаракуй ажвенцки. Хинткарра си хузыги рухна тынч рагалат, тынч зыгалат, хакара бырра шават. Апсын планан шахаршаз, мирам масштаб яурси хаша, А тенчеран шахарша зигайца, дарвин мимат салла гебзери зигала, тегбергей зигала. Ярубас, Бадрагун, Бипалери Курчи, Хаяй Радуамш, Лудер Нухилит, Сталинград, Пяжула Роялахус, Аяцок обща орден за нашел, а ветеран Валентина Шульгина. Алика Цапшпа, Алыкса Куха, Апсутили Хопшра. Сижнаца апсна хадай успартай хабыл хас куцне пыза министр акпи хатыпой, Беслан Джапой аяйра дуамшха нихи жохшук сахыцры намадына, а ветеранша ирыдыр нахалар циртайт. Айбашра ветеран Илья Ач пабзела ша обед хадыр пылит. Убыс аншаша хайрбалайт, крышукса, убыс ихалыта тагыла заша,
Илья Захарип Ачба и Хепиам Шидерна Хларциайте Юзчаге, из Ихерши Тамчал Шайша Пуепш и Ныркалета Фронт Фриджан Хизишту Аннахачаква. Вот здесь есть одна из наград, которая была вручена Илья Захаровичу, это приднестровцы ему вручали. Я хочу от имени руководства, Приднестровской Молдавской Республики поздравить вас, пожелать вам самого доброго, долгих лет жизни. Илья Захарович, вот я думаю, он еще раз потом скажет, он нас уже пригласил на столетие, и вот присутствующих он, наверное, еще раз пригласит на столетие. Вам большое спасибо за поздравление. Обязательно. Ну, сколько, полтора года остался до столетия. А? Ну, как-нибудь. Илья Ачбитишхаз, автобиография очерк Знуйна П. Ацеюна, хамта зирзейштит апснахада Аслан Бженей, а пазаминистр Александр Анкуабы. Рямши Алексан апснахабара Яйрам Шахцала, а гуалрашарат хамта колна паядыркит, а ветеран Нона Дорофеева. Лара Дреуба вяцет полк ялахуна Берлинанца и надзаз айбашча. Здравствуйте, наши уважаемые ветераны. Здравствуйте. А, все, наша Нонна Ивановна, с праздником вас, с праздником нашим. Спасибо. Президент страны, руководство, правительство вас сердечно поздравляю с сегодняшним вашим праздником. К сожалению, они физически не могут присутствовать. Спасибо. Но обязательно еще увидятся с вами. Дай Бог здоровья всем вам. Зато... что вы с нами. Спасибо, и что вы есть. Мы ценим это. Да. Простые солдаты, простые рабочие. Один стол ты башраду ялху за ветеран шар патриотизм и чаршпзен ян хуйтейца глу аби пара курса. Дениса Геркепха, Степан Мартиросян, Апсо Телехопшра. Представители администрации столицы возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в Сухуми. А в церемонии приняли участие исполняющие обязанности главы администрации Беслан Ишба, заместители главы Астамура Шуба и Леон Кварчия. Затем Беслан Ишба лично поздравил ветеранов войны Нону Дорофееву и Валентину Шульгину. Они обе дошли до Берлина. Мэр столицы вручил ветеранам цветы, памятные денежные подарки. Дорогая Нонна Ивановна, разрешите мне от лица администрации города Сухум поздравить вас с 75-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Желаем вам крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы все вам обязаны тем, что сегодня мы живем в свободной стране. В свое время вы внесли огромный вклад в освобождение и победу в Великой Отечественной войне. Ваше поколение обязательно передаст ту память, которая есть сегодня и дальше. Вот такой поздравительный адрес и вот такой небольшой презент от нас, от администрации города Сухум. Еще раз вас с праздником! 95-летняя Нонна Ивановна Дорофеева была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Она ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева и вышла за него замуж. С тех пор живет в Абхазии. Здравствуйте! Валентина Ефимовна, поздравляю вас. Спасибо. С праздником Великой Спасибо. Победы, с годовщиной 75-летия. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. А вам крепкую руку. Спасибо. И чтобы было все хорошо. Спасибо. Разрешите вам вот такой букет цветов. Спасибо. Такой знаменательный день. И поздравительный адрес наш. А вы храните память о войне, войне великой, за свободу. Хвала и честь моей стране, моему народу. Хвалите память обо мне, когда бы не спросили, пусть в любой заморской стране пусть чтят мою Россию. Хвалите память о войне, а не оскверняйте лик победы, чтобы не случилось в стране какой-нибудь беды.
Спасибо вам за красивые слова, за стихотворение. За заботу, за внимание. Участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина за мужество, проявленное в боях под Сталинградом, награждена медалью «За отвагу». Она также награждена орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву. В начале войны Валентине Шульгиной был 21 год. Она работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу. Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, на Рейхстаге оставила надпись. После Берлина Валентина Шульгина служила в Японии, где познакомилась с будущим мужем-подводником. В 1956 году они переехали жить в Абхазию. Ветераны той далекой для нас войны 75-летие победы встречают в кругу семьи. Они любимы и окружены заботой. Беслан Ишба пожелал ветеранам крепкого здоровья. От всей души огромное спасибо. Вам спасибо, спасибо еще раз за ваш вклад. Спасибо. И поздравляем спасибо. С праздником спасибо. Великой Победы. Спасибо. Апсна айхабыр архатарнакча еха ярубас иртайт апсна район Курджинхо, аджинштпат бейбешраду ветераншам. Гудота район джерхуакытан инхо даратя каббе, очимчира район джерхуакытан инхо люарса аш бешахупша район Курджаусызуаз корреспондент шаранцамта. Яхетби Амшас, Гудаута района, Линхой Тайбашра, ветеран Шахуик, Уртуруацк, Джирхакутан, Инхо, Даратия, Каб, Байтайт, Апснахюнткара, Хадеус, Партайхаба, Алхас Куцней, Апыза министр Акпи Хатыпой, Беслан Джапой. Айхабра Рухсала Хаопиха, Апснахада Ихдзала, Апыза министр Ихдзала, Агубзи Рашана Рашот, Агубамч Шимана, Агубцки Рашимана, Апснахагам Гобусан, Саш Айдзат, Шчеба, Ишба, Зубризи, Гизик, Хара, Шашвижам Миштахиева, Чарги, Патуаку, Хацарпи, Псубриза, Тагила, Жаши, Хши, Цвихайтат, Шараш, Хагамза, Шипатуаку, Шихутала, Цвахара, Айрдрат, Агуам Шиман, Шиздаху, Иштаху, Рула, Шигамку, Шипхамка, Убусан, Шашайтат. Абрахам Тахучкакай, Хабри, Апснахадир, Хзала, Ихоп, Убришана, Шарахтаху, Шамзила, Шиат, Абра. Шизлаху, Зебиш, Рахамзаха, Таурух, Ехдру, Зигезик, Ширеше, Таш, Шивидру, Шиздрамаха, Чезлиги, Вешер, Хазебш, Снор, Хандкарах, Зала, Всех, Ахчута, Гобзера, Идзигир, Траш, Пускобас, Нухаку, Ширпул, Анчайт, Зала, Ехепиам, Тахастагу, Алла, Абрик, Хаявит, Абрик, Шиявит, Яхаги, Ширешуму, Апишала, Пшзала, Анчайт, Зала. Чан бзила хавахот, ухагам зад, ашкусду уханут зад, ю адзарула, нагдзанира бзира, ку убой, и цахбон шей, ад, я азаз гитабу, пашасру, я хопшам им пхос, а кучара кушзейхи шур, губзира бзейхи шур. Тебуб дара за сашу кушу, абрэб шарит хараба, агвахара вахай гамуа, атинши гала, ай хабиз бей патуи куцани лугу бегуа, Добрый день, приветствую вас с праздником. Поздравляем вас с большим праздником, Днем Победы. Давно я не видел. Дата. Мы рады вас видеть в добром здравии. Когда ты играл? Мы очень рады вас видеть в добром здравии. Вот от лица руководства страны, от президента Абхазии, от премьер-министра и вот глава администрации нашего Гудаутского района, где вы проживаете, мы хотим все вместе поздравить вас с такой великой победой. Поздравляем вас от души. Григорий, живите, здоровья вам, держитесь. Пережили такое, еще будете жить долго. Это вот вам президент от руководства Абхазии, пожалуйста, вот здесь тоже кое-что лежит, вот конверт ему, лично, кассу ему. Гудаута акалаке октай глу аджинчтулат бейбашраан итахазр бака амцан исышукса майвбачны и традициян шула а район ауапсыраныван. Сынпазыге адыру ахтыс койрыхканы ауамач зырги эзгуартыт айайра духыны жи жоқшукса хыцра. Уйрхы аладыр худ гудаута акалаке окнеку абыжбат бей аррат база ахатарнакчаге. Абака амцан имеп гэз амитин геологаанца аррат оркестр инанагдзейт апсны урыстулэр хүнд каррат гимынко. Амитин гакнеку гылыт гудаута а район Аррат комиссар Замирчиков урыстылат пи архута, а команда кыцеви хатыпой Дмитрий Молодцев. Гудаута района Быркчар хыла кайхабы Сергей Чагвитаци. Я айткылан акалаке кна анухет гуала карабцара яцхрайт аррат оркестр ипш акалаке изныкам коялсыз айбашрат мелодия коны зыгдзоз аррат машина кой якутас аруай.
Общине, въезжавших со сходцу один штурат, Айбашраду, ветеран Леварса, Кивари, Пааш, Баден, Ходж, Ярда, Акета. Айбашраду, я налого зьявезенца, Ткупшин, Аус, Иван, Творчалпи, Арасват, Схартаква, Аруакача. Усхан, Ашахтакна, Аус, Зуаз, Айбашра, Ирагадзомаст. Аха, Яштва, Айхабатва, Афронта, Хицахан. Убаягунт, Леварса, Иусура, Анижна, Хатбгабхавала, Айбашрад, Сой. Айбашрад, Зеяр. А та хоть кахап и нельзя. Команда еще, команда айзе, чужила басха. Арах шхароп, арах абне кажу, уж не садом. А баш атта ду кажу, ас шхан хаскла, а гакха и кланявай. Нельзя. Я чуй, са примочикан. Я сухан, искайте чалайп. А командир рада дым, да, и да банджа технику. Воскресенье. А так мы пшесла. Ой. Медальку взызвите, это я хцхасти. Медаль слаху могут свой. Второй черт это дискосите. Вообще, и чай свой дымца. Ах, под диска, я не сирквас, а хрипший. Второй номер. Чем гадать за Гриша, я лайки не па, я же не кидзят. Вы долги, а хуху я харама, сам я ходи. А субус, 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 а хинзят сус, а вас. Ажуваракуа Аруакакна Новороссийска Каракетра, Леварса Ашба Ахро Гойоуит, Яра Хакарам, Тайгобзьера, Шакуйрогон, Ярманбула, Ленинакан, Акаракетра. Анаюс Ярад Ебаширпипш, Гобзьера и Моуит. Айбашира Аштахги, Акаршукса Алабайкан. Аяйраду Ханевижохшукса Ахыцра Хинамадана, Пшиневижавшукса Азхыцва Ветеран Итайт, Ахунткарва Хада и Хатыпруйба Драгунба, Очимчира Арайона Напхагара, Леварса Кибарипа и Гулацва и Танхатра. Атула Анапхагара, ветеран Ядаршит Вивюхба Назикмат. Арайон Ахадара Ахцала, Леварса Ашбаянашен, Вивюхба Назикмат. Ахам такуа ветеранина Паджа Ито Ахунткарва Ахада и Хатыпруйба Драгунба, Леварса кибари па аяйра ду амш иди нухалит. Язгуайт и тускандара ядов, шо за фархацаре гумшарей, чорб шигана и снаг и шукало. Аджба дудзыш бит, абстаза апнайри, хадзо айбишра хайбхадзыз, шалохон, шалцна шайт, шджба ако мыдзат, а губзиран че шитат, а губамчан че шитат, шохпша, шестахуй рыгамзат, шишир хагамзат, шджба за табук дара за хашахот, а губзиран че шатвишат. Абри, ахинкара, ахидзала, хамтохчку, аказ, дархет. Яхезе, очимчира, района, че, один штурат, ибашведу, а ветеран, сварахт, зепсыта, наику, леварса, кибари, паза, цукьёб. На сизерях, че, по ветерана, гобзера, апсуа, куранцераду. Алиас Корсая, Анатолий Маланья, апсуа, телехопшра. Сегодня поздравления в адрес ветеранов звучат во многих странах, где победа над фашизмом в 1945 году имеет особый смысл. Мы получили поздравления из Германии от полномочного представителя МИД Абхазии Хиблы Амичба и людей, которые знают и любят нашу страну. Уважаемые соотечественники, мы приветствуем вас из Дергатена у мемориала советским воинам. Сегодня здесь в Берлине выходной день, праздничный день. Мы поздравляем вас с наступающим великим праздником Победы. Желаем мира, здоровья каждому из наших соотечественников и процветания нашей Абхазии. Я хочу вам представить председателя Координационного совета земель Берлин-Бранденбург Жанну Круглякову, члена Координационного совета Елену Дунзу и многих-многих других соотечественников, которые здесь сегодня присутствуют.
Да, я тоже хочу поздравить, конечно, всех с днем освобождения от фашизма, который сегодня отмечается во всем мире, и особенно это чувствуется здесь, в сердце Германии, в Берлине. Я хочу пожелать всем, всем вам, вашим семьям, вашим детям, правнукам, чтобы это никогда не повторилось. С праздником! С праздником! Уважаемые соотечественники! Только что чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Германии вручил ветеранам памятные медали. Мы находимся в Российском доме науки и культуры в Берлине. Рядом со мной стоит руководитель организации «Офицеры России», которая находится в Германии, Олег Еременко. Он хотел бы поприветствовать граждан Украины. Дорогие ветераны, разрешите обратиться прежде всего к вам. Дорогие граждане Республики Абхазии, от лица организации «Офицеры России», отделения в Германии, от меня лично, примите самые добрые, самые искренние пожелания и поздравления к 9 мая. Именно благодаря вам, труженикам тыла, тем, кто дошел до Берлина, тем, кто был полкровным в Ленинграде, тем, кто перенес ужасы концлагерей, именно благодаря вам сегодня мы живем с мирным небом, просыпаемся и радуемся каждому дню. Именно благодаря вам. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, радости. Радости вам, вашим близким, вашим родным и вашим подрастающим детям. Я поздравляю сердечно жителей Абхазии к дню победы над фашизмом. Это 75 лет тому назад, сегодня как раз. Я попал молодым человеком в октябре 45 года в Абхазию, и поэтому я очень хорошо знаю и очень сильно люблю вашу страну. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана Александровича Григорьева, проживающего в Гудауте. Военнослужащие организовали для ветерана выездной концерт на дому с участием военного оркестра базы. Военные музыканты исполнили для Ивана Александровича музыкальные композиции, песни военных лет, «День Победы», «Катюша» и другие. Также командованием базы были собраны и переданы ветерану именные подарки от военнослужащих. День Победы, как он был от нас далек, как во тьме потухший таял удалек. С праздником! Войну с первых дней и до последнего в тылу у врага. Как слово «страшная война» кровавой болью прогремела. Поздравляю вас с победой над фашистской Германией. Желаю вам здоровья. Спасибо деду за победу! Какая радость у меня! Радость большая. Всегда радость и улыбка.
Сегодня военнослужащие Южного военного округа провели в Гудауте митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз он стал 40-м по счету. Традиционно празднование этой даты начинается с возложения цветов к памятнику в честь павших защитников Родины в Великой Отечественной войне в центре города, куда обычно приходит не только руководство района, ветераны и военные, но и жители Гудауты. В этом году из-за запрета на проведение массовых мероприятий, вызванного ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса, людей было намного меньше, но от этого событие не казалось менее торжественным. Главными героями праздника, конечно же, были ветераны. Их в Гудаутском районе осталось не так много, всего 5 человек. Ввиду преклонного возраста и состояния здоровья на митинг смогли прийти только ветеран войны Дарат Кабы и труженик тыла Дмитрий Андриади. Заместитель командира 7-й российской военной базы в Гудауте Дмитрий Молодцев в своем выступлении поблагодарил ветеранов за проявленную отвагу и подчеркнул, что народы Абхазии и России прошли тот тяжелый путь плечом к плечу и сегодня также отмечают праздник. После завершения митинга оркестр 7-й российской военной базы исполнил гимны Абхазии и России. К тому времени подъехал грузовик, на борту которого находились российские военнослужащие в форме солдат времен 1940-х годов. Над бортом развивались 3 флага – абхазский, российский, советский. Затем военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершили марш по улицам Гудауты под звуки песен военных лет. Грузовые автомобили, в которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, знаменем победы и российским флагом проехались по главным улицам города. А теперь к другой важной теме. В Абхазии выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня министр здравоохранения Томас Цахнакия провел брифинг, на котором рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Репортаж Гугу Цывардания. Открывая брифинг, посвященный текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, министр здравоохранения Томас Цахнакия сообщил, что накануне у 4 граждан Абхазии, недавно въехавших в страну и размещенных на карантин в пансионате Айтар, был подтвержден положительный результат на COVID-19. Все они помещены в Гудаутскую центральную районную больницу. Как вы знаете, она у нас реорганизована в клинический центр для ковидных больных. И проходит там все необходимое лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 являются учащимися одного вуза. Как отметила главный санитарный врач города Сухум, студенты после пересечения границы ни с кем не контактировали. Сразу были помещены на изоляцию в обсервационное учреждение, однако они контактировали друг с другом, как во своем учебном учреждении, так и по пути. На встрече обсуждался вопрос получения результатов на COVID-19, ведь, как известно, чтобы на 100% подтвердить диагноз, анализы надо сдать несколько раз. Нам нужно развеивать определенные мифы, и встал вопрос по поводу того, почему так быстро вчера мы получили результат. Дело в том, что полимеразная цепная реакция и ПЦР в режиме реального времени – это не столь длительная реакция. То есть мы в течение, как и обозначали с первых дней, в течение 6-7 часов, в зависимости от количества пациентов, естественно. Чем больше пациентов, тем больше времени уходит на исследование. Но вчера у нас в постановке было 33 человека. Соответственно, получить результат за один день – это более чем реально. И тот вопрос, что результат по ПЦР-диагностике невозможно получить в тот же день – это неправда. Профильные специалисты меня поймут. То есть это реально.
Еще до выявления в республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией представители оперативного штаба совместно с министром здравоохранения Тамазом Цахнаки посетили Гудаутскую районную больницу. В рамках брифинга замминистра здравоохранения Алхаз Канжари рассказал о ситуации в госпитале на сегодняшний день и об его готовности приема новых пациентов. Нужно отметить, что все необходимое в центральном районном госпитале города Гудаута все есть. Все необходимые медикаменты есть. Инфекционный блок полностью подготовлен. Помимо этого, надо отметить, что мы на этом свою работу не останавливаем. С самого начала всей этой кампании. И в ближайшее время ожидаем КТ-аппарат. Тот самый КТ-аппарат, который необходим для диагностики и выявления именно ковидных больных. По словам специалистов, в ближайшее время в республике не исключается возможность подтверждения новых случаев заболевания коронавирусом, поэтому нужно и дальше соблюдать ряд ограничительных мер. Очевидно одно – граница должна оставаться закрытой. Чрезвычайно важно и наше общее мнение сохранить вот тот, а может быть даже и усилить строгий режим на государственных границах. Таким образом, постараться максимально минимизировать доступ потенциально инфицированных людей. Конечно, мы прекрасно понимаем, что не впускать на территорию республики граждан нашей страны мы не можем. Но здесь велика ответственность каждого нашего гражданина, который, понимая, что едет с территории, где на сегодняшний день эпидемия, вы знаете эти регионы России, что они должны непременно быть на строгой самоизоляции в течение 14 дней, не подвергая риску ни своих родных, ни окружающих. Это принципиально важное условие. Каждый пересекающий должен и находится под контролем республиканской санитарно-эпидемиологической службы. Безусловно, и меры контроля будут также ужесточаться, поскольку мы видим, что в сопредельной территории Российской Федерации, к сожалению, пока не отмечается спад числа инфицированных. Тамаз Цахнаки вновь обратился с просьбой гражданам страны быть предельно аккуратными в соблюдении мер карантина, не посещать массовые мероприятия, стараться максимально находиться дома, обязательно при выходе в город носить маски и пользоваться антисептиками для обработки рук. Участники встречи не исключили возможность возникновения второй, а может и третьей волны коронавирусной инфекции в предстоящий осенне-зимний период, так как именно в это время идет рост числа пациентов с ОРВИ. Поэтому важно готовиться к этому уже сейчас. Как известно, весь комплекс ограничительных мер, утвержденных в рамках распоряжения президента, действует до 15 мая. В ближайшее время состоится заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором и будет принято решение в части сохранения либо послабление ограничений. Кугуса Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сегодня вечером стало известно, что еще у двоих граждан Абхазии выявлена коронавирусная инфекция. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирования прошли 19 человек, из которых у двоих был подтвержден диагноз коронавирус. Все заболевшие студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице «Айтар». В данное время молодые люди находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаментозное лечение. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. На этом наш выпуск завершен. Мы еще раз поздравляем вас с праздником Великой Победы. Всего доброго!